В республике продолжается регистрация на конкурс «Доброволец России». Федеральный проект направлен на развитие и формирование культуры волонтерства в нашей стране и проходит уже в пятый раз. На нем волонтеры по всей республике смогут представить свой проект в различных номинациях, среди которых сферы помощи незащищенным слоям населения или, например, создание позитивного контента в медиа. Региональный этап продлится до 1 октября. Его победители смогут представить свой проект на федеральном уровне. Отмечу, что в этом году конкурс пройдет в модернизированном формате и позволит поддержать еще больше успешных и перспективных активистов и их инициативы. В этом году было подано около 15 тысяч заявок на всероссийский конкурс. От Республики Дагестан было подано около 150 заявок. Из них часть, конечно же, прошли отсев. Этот конкурс нужен для того, чтобы выявить наиболее активные проекты, наиболее важные проекты, именно добровольческие, из Республики Дагестан.